брат наш свет. Мы фермеры Казахстана. Мы предприниматели, которые нашли свое дело в селе. Земля – главное богатство Казахстана. Поэтому мы стремимся защитить и сохранить ее. Каждый из нас в долгу перед природой. В Казахстане серьезный дефицит воды. Засуха становится реальной угрозой для Казахстана. У казахов есть очень хорошая поговорка «Суднда сурауар». Есть счет за каждую каплю воды. Поэтому мы выбираем возобновляемые источники энергии. На моей ферме установили гелиосистему. Сейчас мое предприятие работает без перебоев. А на моей ферме установлена система капельного орошения, и я не боюсь капризов природы. Теперь мы можем круглый год получать урожай, обеспечивать страну продовольствием и способствовать устойчивому развитию Казахстана.